Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ари, Рекер, Бульбазавр, Андрюха, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, хай, ребят. Давно у нас не было рубрики «Какой аниматроник настоящий?». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Погнали. Так, вот Фокси ходит, тут, мне кажется, это настоящий игрок. Очень, согласитесь, очень было реалистично, как будто это игрок. Даже если понаблюдать, что он будет дальше делать. Мне кажется, это игрок все-таки настоящий. А и выдали всем, да, по одному хпшке? Да, все отлично. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И мне хочется набрать 1 000 000 подписчиков. И остается все меньше и меньше времени для того, чтобы набрать 1 000 000 подписчиков. Так. Знаете, как бы я прятался? Я бы зашел бы на 2-й этаж в доме бы и шкерился. А я хожу как бот. Но это будет палевно, да. Вот, кстати, я... Давайте будем... Вот этот вот, мне кажется, игрок. Бью поворотом, аж пыль слетает. Вот это, давайте тут полупашим всех подряд. Застряли. Толпа. Нету. Вот-вот. Вот, мне кажется, настоящий игрок. Реально, похоже... Ай, да, угадал. Так, Рекер. Погнали. Камеру в руки. Подсрачник в ноге. Чика. Давайте зайдем сюда в здание. Мне кажется, тут кто-то есть. Двери удалились. А, мне показалось, что кто-то удалил. Показалось, показалось. Сюда пробежим. Никого. Да. Тоже. Слышь, выпусти меня. Вот идет с краешку такое, знаешь, не... Останови... Ах, ты настоящий игрок! Ты такой, знаешь, с краешку идет, надо было не останавливаться. Тогда было бы это беспалевно. Вот-вот-вот идет же. Вот, да-да, это в кусты зашкериться. Классно, да, маскируется? Вообще неплохо, неплохо. Ох, блин, нога пролетела возле головы. Так, давай. А что ты, говорит, меня палишь? Ой, все кнопки жму, но не то. Бежал. Есть! Я быстро это сделал. Так, я убил Ари. Теперь нас трое. Это будет интереснее дальше. Проверяем этого подсрачникса. Ве, вот, ходит вокруг меня. Побежали, побежали за ним. Так, мы должны его поймать. Или сливайся с толпу. Вот он. За машины забежал. Блин, не очень, да, удобно, пацаны, бежать и нажимать посрач. Я застрял в чем-то. Не надо меня трогать. Я вижу. Давай, короче, на опережение попробую дать ему. А, блин, рядом ходит. А подсрачник такая коварная штука. Напоришься. Так, пошли в обход. Засаду будем делать. Эй, кто летает? Так нечестно. Я буду банить просто так. Вот толпа здесь, надо реально подкошмарить их здесь. Я застрял. Ой, блин, своих бьет. Поймал. Это все Чика же. Ага. А что ты застрял, алё? Не знаю. Не надо было телепортироваться или летать. Попробуй, поэтому придется тебе бить как-то. О, попал, красавчик. Я слушаю, потому что настоящие игроки не ходят ровно, так как NPC, они шаг всегда сбивается у них. Подождите, а может, мы уже всех нашли? Нет, Андрюху не нашли. Андрюха! Он в лесу, наверное. А где тут лес? А, лес тут есть, да, погнали. Ребята, напишите в комментариях, хочется вам уже зимы? Чтобы прошло лето и настала зима. Мне хочется, наверное, уже чуть-чуть на санках, на клеенке покататься. Эй, ты что тут ходишь? Говно. А ну иди сюда. Что-то не получается, пацаны. Нет, может быть, тогда 2-й этаж?
А может быть. А тут нет второго этажа. Вот, даже церковь все уходит. Блин, не могу убить, пацан. А, ты на карте, да? О, они еще и... А как они там... Эй, NPC могут пройти, а мы нет. Класс. Офигеть. А это законно? Эй, вы что тут делаете? Я был последним, я был последним. Тебя убили, да? Да, я был последним. Пацаны, теперь давайте я буду прятаться. А вы должны меня будете поймать. Сейчас, вот сейчас. Это я начну искать, давай я начну. А, ну давай, давай тогда с нуля, пацаны, все, заново берем. Я еще... Я искать. Да, давай. Давай, я отвернусь. Отвернись. Так, NPC. И наушники сними. И мышку убить. Все, давай, можешь нас искать. Иду. Камеру только возьми в руки, обязательно. О, вообще молодчик, сразу. Чего? Ой, еще тик. Иди сюда. Прячка, где? Прячка, иди сюда. Денечка, иди сюда. Она убежала, честно. Прикольно играть в этот режим, мне очень нравится. Опа, а это кто тут у нас? Отлично, молодчик. Подсказку дал, NPC только ровно могут ходить. Клячка так прикольно убегает, мне нравится. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. Пацаны бегают. Сжимают. Что? Он нас видит? Или его убили? Что? Димас? Да. А вы ставили на 1 хп? Да, 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 у меня 1 хп. Хорошо. Я оставлю. Димас, это нас... А ты уже... А то я не вижу. Не-не-не-не, я живой. Я а тоже. Ну-ка, где ты нас видишь? Он нас видит. Давайте все один. Всем пендеры давайте. А может он в этой... Ребят, нужно помощь за Чикой бегать. Не надо. Так, хороший. Отлично получается у нас, все отлично. Давайте сюда пробежим. Нифига не вижу, но очень интересно. Меня врезался, допустим. Блин, чуть не попал, чуть-чуть бы и попал. О, Чика бегает, Чика. Увидите Чику и Фредди, всех увидите. Вот он бегает. Я профессиональный убегальщик, я настолько сконцентрирован на игре, что мне не поймает ни один человек на земле. Классная траектория меня, быстро. А я бегаю туда-сюда, пацаны не поймают меня никогда. Хорошо у вас получается, очень хорошо. Мне нравится. Так... Отлично, отлично. Просто бежим, бесконечный бег. За тобой тоже. О, я кого-то... Интересно, что вы будете делать в таком случае? Повалила кого-то. В таком случае? Да. Ну сейчас посмотрим. Ну давай. Покажи свой навык. Иди сюда. Эй! Пистолет там и дурак сможет. А, он еще. Иди сюда. Прощайте. Хорошо было, но слишком, Димас. Не убила их. Вылет сервака. Иди труд, может, тихо. И ядро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!